В Армавире акция «Кубань без коррупции» стартовала заседанием общественного совета при отделе Министерства внутренних дел. Сотрудники полиции, отвечающие за экономическую безопасность, встретились 28 июля с председателем совета Сергеем Корневым и рассказали, как правильно реагировать на предложение дать взятку. В случае вымогательства взятки у гражданина необходимо вести себя спокойно, необходимо выслушать в первую очередь взяткополучателя, выяснить его намерения, цели, суммы. После этого необходимо, конечно же, как можно на поздний срок отложить факт передачи взятки для того, чтобы можно было обратиться в правоохранительные органы. Для жителей подготовили листовки с подробной инструкцией. Проблема возникновения коррупции лежит в сознании горожан. Они привыкли думать, что виноват только взяткополучатель. Но закон наказывает и тех, кто предлагает вознаграждение за злоупотребление служебными полномочиями. По статье 291.1 Уголовного кодекса наказание может понести даже посредник. За 6 месяцев 2015 года сотрудники полиции пресекли 6 фактов коррупционных проявлений на территории города Армавира. Из данных 6 фактов 3 уголовных дела направлены в суд. Хотелось бы порекомендовать всем жителям и гостям города Армавира при столкновении с фактами проявления коррупции обращаться на телефоны доверия, обращаться в полицию с целью пресечения фактов проявления коррупции. Средняя сумма взятки 37 тысяч рублей. Реальные цифры колеблются от 5 до 100 тысяч. Если у вас вымогают такое вознаграждение, обращайтесь в отдел экономической безопасности по номеру 3-35-56 и по телефону доверия 3-80-49. Самое суровое наказание, которое ждет обвиняемых в коррупции, до 8 лет лишения свободы. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РНТВ, Армавир.